Краснодарский академический театр драмы открывает новый 96-й сезон. Артисты представляют сразу две премьерные работы, которые были показаны в прошедшем сезоне. На сказке «Лиса и медведь» по пьесе Супонина юные зрители успели побывать еще до завершения каникул. А завтра труппа театра представит комедию из жизни старого Тифлиса под названием «Ханума». Кроме того, в конце сентября театр драмы планирует премьерный показ спектакля «Загнанная лошадь» по пьесе Франсуазы Саган в постановке заслуженного артиста России Александра Каткова, который не только выступил как режиссер, но и сыграл одну из главных ролей.